Здрасте, бабулечка. Здравствуй, доченька. Вам чего? Сейчас тут у меня. Сейчас. Вот. Это ограбление. Забирайте все деньги, только не стреляйте, бабушка. Не нужны мне твои деньги. Для начала корвалолу мне. Накапай. Ага. Несколько капель, а то я нервничать что-то начала. Хватит. Сейчас. Что-нибудь еще, бабулечка? Ой, хорошо. А теперь по списку. Три карбонду... Да что за почерк у них, а? Давайте я попробую. Да давай. Я сейчас все по списку соберу. Скорей давай, быстрее. Да, конечно. Я опаздываю. Чем стоять это ограбление? Что, старый хрыч? Ты что, не видишь тут очередь на ограбление? Я по пенсионному. А ты думаешь, я по студенческому сюда пришла? Чуть-чуть не кричите, не глухой, понял. Никто за вами не занимал? Пока не было никого. Я крайний буду. Вот и стой. А ты быстрее, давай! Пожалуйста, все, что здесь написано. Давай, молодец. Да, и скидки сделайте уже для пенсионеров, а то цены ваши кусаются. Я прошу прощения. Да? Вы сейчас в какую сторону направляетесь? Я на почту за пенсией. Прекрасно, я... К вам подойду, займите очередь мне, пожалуйста. За мной будешь. Ух.